Як нестандартно використати мишку з-під комп'ютера? Защищаться. Если плохой человек подойдет, будет подходить к тебе, надо взять мышку и раскрутить над головой. Тогда человек не сможет подойти и ничего тебе не сделает. Ну, например, когда она уже поломалась, ее можно покрасить и рисовать ею. Берем за шнурок и просто так тянем, и мышка так дергается, и за кошком можно дергать. Можно еще такое сделать декор, стиль декора, как мышку. Украсить ее, просто разукрасить, и вот тебе и мышка для декора. На Хэллоуин можно на паутину там повесить, и все. Одежду можно гладить. Вместо скакалки можно на ней прыгать проводочком. Можно котикам дать, и они будут возить ее. Или можно просто поклацать, стресс, как снимать будет стресс. Ее можно использовать вместо спиннера. Как ее нестандартно использовать? В принципе, если бы каждый человек подумал, ее можно разобрать на радиодетали и продать. Можно ее использовать как подкладку для руки. Ее можно еще использовать чтобы стресс снимать, просто поклацать, покрутить. Как машинка для игры. Еще это может быть просто если что-то не хватает, можно поклацать. Если это прикрепить к приставке, то можно играть на приставке, но так почему-то никто не делает. Может, это неудобно, не знаю. Может, джойстики удобней. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси, пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійно-педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.